Алтынды боққа таштасаң да алтын бойдан қалады. Құрметті ел-жұрт. Барлығы іште барышы. Алай отырғанда телефон менен отырса кел болды. Кешегі күнге қарағанда бүгін ел екі есе көп. Жер жерлерде көтеріліп отырады. Ақиқат. Вот сегодня уже люди едут со всех концов, потому что не Кыргызстана, потому что не все знали, не все не везде на телевидении этой информации нет. Поэтому друг от друга узнавая, люди едут и едут в Бишкек для того, чтобы выразить свое мнение по поводу того, что произошло. Ошондуктан акрын азыр теким имараттын ажана өтүп кетеби.